понятия и термины истории. Ярлык. Ярлык на княжение. Это разрешение ордынского хана, даваемое русскому или иному князю, на владение землей его княжества. Наличие ярлыка давало право на управление территорией, на сбор с нее дани, часть которой князь оставлял в себе. В летописях описываются поездки князей за ярлыком на княжение. Это было опасное приключение, эта поездка. Поэтому русские князья готовились к ней заранее, с учетом того, что могли оттуда не вернуться. Они даже давали завещание своим детям перед поездкой в сарай.